Что с медведем-то делать, непонятно. Встретимся, будем разбираться, нет так нет. Доброе утро! Вот он, четвертый день похода. Вообще не облачко. А, ну вон там есть. Красота, конечно же, вокруг. Ой, ночью было опять прохладно. 4 градуса я намерил. Палатка мокрая внутри и снаружи, но это полный трэш. Дождя не было ночью. Вечером вообще все разъяснило. Ну, разъяснило, чтобы было холодно. Ё-моё, что за чичер, я хочу лето. Ну что, гиганты Хангарульского хребта. А я стою прямо в гигантах хребта Хамардабан. Вот они, мои гиганты. Вот это же 2307, по-моему, вершина, да? И вот это вот у меня вершина 2360 с чем-то там. С тригопунктом, между прочим. Вот этот бугор, который мне так нравился. На него уже солнце светит. Да, на меня не светит. Сейчас быстро протираю палатку. Ну, пока холодно. Вылезти из палатки можно только в движении. Поэтому никак я раньше выйти не могу. Не могу я раньше выйти, потому что холод собачий. Вчера я думал, что ладно, я в 10 выйду. Вышел в 8. Ха, так мне это в зачет пошло. А сегодня? Сегодня мне нагнать надо. Вчерашние 3 километра, сегодня нужно 18 пройти. Ну, как бы, конечно, если первый день считать, где я шел там по дороге, где я там прошел там 29 километров, там. Ха, ну, это же несерьезно. Ладно, вот... У меня полотенце, тряпка заодно. Сейчас я все вытираю. Все мокрое, просто жесть, трэш. Рок-н-ролл. Внутри я кое-как протер. Сейчас открыл с двух сторон, чтобы продувалось внутри, больше не потело. Но пока здесь есть вода снаружи, внутри она тоже будет образовываться. Так, ну это мое нормальное жилище. Вон часы висят. Вон там градусник лежит на улице. Это грил, через который я дышу. Потому что при таких температурах, ну просто уже процесс начинается простудный. Поэтому накрываю лицо грилом. Заодно нос греется и дышу через него. Ну, может важнее даже нос согреть. Может балаклаве даже было бы тоже неплохо. Короче, у меня воды осталось на завтрак. Все, больше воды нет. В каком-то непонятном месте я стою, что вода где-то вот на том склоне, вот этом зеленющем. Но туда идти ни по каким причинам я не могу, потому что все мокрое. Мне бы сейчас вокруг палатки обойти. Вот мои пуховые штаны. Как бы я без них был? Да никак. Ладно. Буду работать. О, солнце приближается. Вот оно уже. Надо скорее вытереть, чтобы палатка обсыхала. Пока солнца нет, все равно не сохнет. Все, начинаю к работе. Приступаю к работе. Надо аккуратно протирать. Сейчас надо ее отжать сначала, тряпку. Она мокрая. Все, это вода, которая снаружи, она охлаждает воздух. Это вредно. Поэтому появляется вода внутри. Вот они, капли потекли. Да, все, продолжаю. Отжимать надо. Она уже мокрая насквозь. Ну, вот сейчас я покажу. Возможно, эту воду можно пить. Но я пока воздержусь. Поставил солнечную панель. Быстренько. Штатив опять меня выручает. Тут нет никаких кустов, ни палок. Высота 2200. Но сегодня солнце помощнее. Должно быть ватт 14. Замерять пока некогда. А пауэрбанк вон вверху, на головке штатива, охлаждается.
разглядываю здесь вот такие пироженки интересненькие. Вот одна пироженка, а слева там другая. Вот такая малюточка. Ха-ха. Класс, да? Останцы ступеней. Итак, время 8:20. Это четвертый день похода. Четвертый день похода. Хочу сегодня дойти до отметки примерно 75 километров. Но, не знаю, где она. Примерно ориентируюсь на озеро Субутуй-Эхак. Субутуй-Эхак. Такое озеро. Это патовая плата. Собрал рюкзачок, панель опять нацепил. В общем, у меня 4 пауэрбанка. 3 по 10 тысяч и 1 по 20 тысяч. Вот я использую 20-ку и 10-ку. Те 2 десятки еще даже не доставал. Но когда солнце скроется, конечно же, они пойдут в работу. Сейчас я пока чередую 2 этих пауэрбанка. То один, то второй заряжаю. Можно было, наверное, 2 десятки использовать. Все, сейчас иду вот на этот пупырь. Вот он, видно его, да? Вот он. И потом каким-то образом поднимаюсь уже на вершинная плата. Местами видно, что скалы, вот эти вот столбчатые станции, или как они там называются, столбчатые отдельности. Буду как-то там постепенно выбираться. Теоретически-то можно было пройти просто по полочке и уйти туда. Но я хочу подойти к тригопункту. Вперед к тригопункту. А вот и горные маки. Давно их не встречал. Поднялся на большой пупырь. И вот полянка есть с цветами под палатку. Вот тут небольшой бортик. Тут такой полумесяц небольшой. Но воды здесь тоже нет. Сейчас еще вот тут посмотрю. Дело-то в чем? Дело в том, что у меня ни капли питьевой воды с собой нет. Да, здесь тоже нет воды. Тоже можно ставить палатку. Очень хорошее место. В общем, на этом склоне полно мест под палатку. Ну, там, где желтоватая трава, я бы там поставил. Скоро водосборы раскроются. Я иду пока в противоположном направлении от своего маршрута. Потому что я думаю там по клювику зайти наверх. Роса, точнее, вчерашнего дождя, видимо, осталась. Вот. Мокрые кроксы, кроссовки, конечно, не оденешь в такую росу. Жара несусветная. Хочу выйти уже на гребень, чтоб ветерком меня окатило. Полно здесь полочек, полно. Но меня вот прижало там дождем. А там приток Хохергола. Таёшка. Поднялся на верхнюю ступень. Она вот такая, со скатом. Но вот тут вот, на этом гребне, можно найти ровное место. Плоское. Фу. Ну и тут скалы. Скалы. У меня тоже скалы. Сейчас буду вот тут подниматься. Короче, проще здесь нет варианта. Надо сразу просто идти наверх и все между скалами.
Вот по этим камням вулканическим, которые на шлак похожи, лезу. Вот так прямо я буду подниматься. С утра уже пульс раздербанил. 146. Справа от снежника. Поднялся к снегу. Но выходить-то я буду, конечно, вот здесь. Сейчас хочу бутылочку его натолкать, снега. Потому что что-то мне кажется, до Утуликской подковы не будет воды. Там на вершине-то я точно знаю, что есть озера. Маленькие озерца, лужицы. Тут только что сыро, надо аккуратнее. А то лететь вниз очень далеко, жестко и... Ну его нафиг. Вот тут снег какой-то грязноватый. Сейчас вот тут вот наберу почище. Он капает, но если бы я тут ночевал возле снега, я бы, конечно, накапал. А так придется хапать бутылкой. Выхожу на Верхотурью. Зря там рисковал, снег набирал. Вот он, кстати. В прошлый раз он у меня не таял. Думаю, в этот раз тоже не будет таять. Потому что вот тут снег еще есть. О, куропаточка. Сейчас поснимаю. Замерли куропаточки. Обойду их сейчас стороной слева. Возможно, у них тут гнездо. Когда они замерли, их сложно найти. Тут же рядом с куропатками отличный букет мытника. Класс, вот это кадр. Я не пойму, то ли дождь повлиял, то ли тут они позже распустились. Но они в отличном состоянии. А вот и долгожданный тригопункт. Эх, воду бы еще найти. А я сегодня не могу идти. Сегодня сплошь отличные кадры. Тут поляна маков этих. Поляна. Меня волнует не поляна маков, меня волнует вода. Вон там что-то вижу. Какая-то ступенька. Снег-то хрен растопишь. Вода нужна. Слева от основного тура вниз по склону вот такое вот сооружение, похоже на могилку. Вероятно, сейчас подойду туда. Воду пока не могу найти. Справа увидел озеро. Довольно крупное. Не могу понять, что это за озеро. На плато расположено. То ли это перевальное, то ли это патовая плата уже. А должно ли быть отсюда видно какое-то озеро? Вот это тоже загадка. Вот это что за пик? Возможно, крест. А озеро перевальное, скорее всего, оно вот здесь, вот в этой яме. Вот за этим бастиончиком. Вот где-то вот тут, вот по склону я должен к нему выходить. Вижу, что там тоже мха, тьма. Ладно, пока. Нашел воду. Нашел. Вон оттуда сейчас наберу. Да, это событие. Вот уже справа турик. А вот тут вот это вот указатель. Я думаю, это указатель лыжников, а не могилы. Ну, кто-то полено сюда запер, это однозначно. Зачет, ладно. Все, снег я вытряхнул из бутылки.
подошел к этой дубине. Даже сверху гвоздик забит. Какую-то съемку тут вели. Даже табличка. Ее ж не погодой замяло. Значит, так поставили. Гвоздь вырван. Такой вот брусок был отесанный. Ну ладно. Вот сложенная из камней. Вот этих столбчатых. Они не хотят плоскую форму иметь. Вчера я искал под горелку плоскую. Плоский камушек. Ну и так себе нашел. Итак, вот это южная вершина у Туликской подковы. Запоминаем, сканируем. Кто еще покажет такие кадры? А вот это? Это высшая точка хребта Хамардабан. Пик Утуликская подкова. Мне нужно пройти через тригопункт 2369. Здесь 2369, а там 2396. Вулканическая порода кругом. Вот это типичные останки вот этих вот столбов. Только тут все уже разрушено. Ступени смялись. Поляна мытника. Да, такое редко увидишь. Поляну мытника. Вот самый большой букет. Прям чудо из чудес. Прям с Хамардабана. Класс. Хорошая была лужа. Больше луж не вижу. Но мне больше не надо. От снега толка нет. Любая вода, выпитая без солей, она только вредит организму. Вон там пик Будда, но он еще спит. Солнце с другой стороны. Верхняя ступень вершины 2369. О-хо-хо. Отсюда я увижу все горы. Но я их не распознаю, конечно. Пока что видимость очень хорошая. Долина реки Субутуй. Тот самый Субутуй, который впадает в реку Снежную. А не Хубутуй. Пик Утуликская подкова. За ним. У меня плохо видно. Вот это. По-моему, Тумбусун Дулга Восточная. Все как на ладони. Ну что, Трига? 2 года назад я хотел сюда попасть. И вот я здесь. Все по красоте. Я и тригопункт. Ой, не в ту сторону начал обходить. Вы что? У меня же в первый вечер был проведен обряд очищения. Серьезно, между прочим. Без балды. 2 человека из Далахая встретили меня и провели обряд очищения. Обхожу по часовой стрелке. Дальше буду разглядывать. Тут кто-то камушками все выкладывал. Опять пытались стенки делать, но сделали только лучи. 2369. Ты простоишь еще. Здесь поставили столбик, но это, конечно, неправильно. Вот луч выложили. И вот в ту сторону тоже луч выложен.
Других лучей я не вижу. Какие-то досточки разбросаны. Видимо, что-то еще было. И вот тут традиционно что-то написано. 1973 год написан. 92 год. Андрейкин. О, триангуляция ГУГК. Пункт класса А. За нарушение целостности. Тудун-тудун. 62 год. Установлен, похоже, в 62 году. Такая история. Высоты здесь не вижу. Возможно, очень мелкими буквами. Озеро Перевальное. А вот тут подъем на перевал Турист. Вот это гребень пика Крест. Вот тут с Туриста поднимаемся на гребень. И вот где снег, там пик Крест. Справа показалось озеро, скорее всего, Субутуэхак. Но это не точно. В том районе. Это Патовая плата. На дальнем плане известные вершины. Да, это озеро Перевальное. Озеро Перевальное. Вот туда я сейчас пойду. Но, конечно, сначала я иду на пик Утуликская подкова. С него спускаюсь на перевал Субутуй. Вдоль вот этого склона иду. Траверсом там должна быть тропа. Обязана быть. Выхожу на озеро Перевальное, на котором я должен был ночевать прошедшей ночью. Поднимаюсь на перевал Турист. Ну да, вот на перевал Турист, вот там поднимаюсь. С него поднимаюсь на гребень и выхожу на пик Крест. За пиком Крест, возможно, видно озеро Субутуэхак, на котором, предположительно, я могу ночевать сегодня. Это все справа от него Патовая плата. На заднем плане видно известные вершины, которые я сейчас не могу идентифицировать, но позже, скорее всего, поставлю метки. И дальше я пойду вот туда, вот вправо, вправо, вправо. Довольно небольшие перепады, но будет много мха, скорее всего. Это главное препятствие. И где-то вон там, вон здоровенные горы, синие. И от них я поверну уже к Байкалу. Возможно, я еще не довел немного. Вот, возможно, слева от Будды тоже моя гора. Это восхождение на пик Утуликская подкова. С востока получается. Где-то вон там вершина. Я поднимался вот отсюда, с юга. Вот здесь. А за этой седловиной южная вершина Утуликской подковы. Вот здесь. Класс. Серьезные облака начинают накапливаться. Вести свою подрывную деятельность уже с утра. А время всего 9:30. Сегодня не будет солнца. Не будет солнца после обеда. Да. Ладно, вон тур, наверное, на него надо идти. Тут белянки уже настоящие. Немного передвинул солнечную панель. Некогда уже ей заниматься из-за этих облаков. Вот это облако очень быстро растет. Бросает тень на левый борт долины реки Утулик. Да-да, там уже истоки реки Утулик. Да, хотелось бы идти с видом на озеро Перевальное, но, наверное, такого вида не получится. Вот оно, прямо вообще рядом. Видно на нем ветер. Перевал Утулик-Дабан называется. Вон на какой край я вышел. Истоки реки Субутуй. Тайжище.
Не знаю, люди сюда спускались когда-нибудь или нет. От озера, конечно, взгляд не оторвать. Иду по вулканической породе, не переобувался. В мембранных носках иду и кроксах. Здесь есть несколько луж с водой. Раз, вон там два. В это время года, в июне, в общем, в 20-х числах июня, можно здесь где-нибудь палаточку поставить, переночевать. Вот еще вода в камнях. Вчерашний дождь немного воды дал. Как бы не хотелось ее больше. Но больше дала роса, по-моему, утренняя. Вот она, ступень получается. Ее хорошо должно быть видно оттуда. Но не с самого пика, потому что там плата. Вот она, седловина. Да, конечно же, было бы очень быстро срезать траверсом туликскую подкову, но нельзя так делать. Мхи начинаются перевальные. Сейчас по камням попробую пройти максимально. Южная вершина туликской подковы. Она не находится в хребте Хамардабан, поэтому у нее нет зачета, что она выше на 1 метр. Но это все равно гигант. Гигант Хамардабана. Сейчас я спущусь на перевал Субутуй. И фактически я уйду с линии хребта Хамардабана. А хребет пойдет дальше в сторону Зунмурина. Подхожу к началу подъема, а точнее отошел от нижней точки седловины. Мне нужно набрать 100 метров. Видно, что там скальные ступени, но все они сглаженные. Можно вполне себе пройти. А у меня вот такое поле забытых богом столбчатых отдельностей. Уже такие сглаженные временем, но все еще хранящие в себе мощь монолита. Класс. Да, вероятно, здесь яма. Это самое, вода скапливается и снег. Сейчас ничего нет. Фу. А вот тут пройду. Он самый здоровый, да? Интересное поле. Издалека никогда не различишь такие поля, только когда попадешь в них. Паутины встречается мало, а потому что что-то каждый день уже дожди. Пауки отдыхают. Справа и слева скалы. Первую ступень я забрался. Это мой пройденный маршрут. Вершина 2369. Откуда-то вон оттуда я спустился вчера. На перевал Ягельный. Осталось подняться меньше 90 метров.
а точнее 82. Южная вершина. Левый приток реки Хохюргол. Там, как обычно, кажется, что медведь сидит. И оттуда, когда смотрел, мне тоже казалось. Но вот там, на перевале Хангарульском, реально был медведь. Он не сидел. Он шевелился. Очень душно. Как будто на Авачинскую сопку поднимаюсь. Кто поднимался, сравните. А вот он, острогал, который в прошлый раз я заснял, но не очень удачно. Специалисты не могли понять, что за цветок. Но сказали, что это острогал. Думаю, в этот раз будет более понятно. Видно, что... Ну, что-то видно, в общем. Не буду комментировать, так как я не специалист. В центре кадра турик южной вершины. Кажется, что это не высшая точка, но я еще не поднялся на уровень. Где-то тут я спускался. Третья ступень довольно крутая, но перед ней была вода. И довольно продолжительная. Но тут уже камни пошли, в камнях проще идти, чем по сыпушке, на которой ничем не зацепиться. Где-то вон там должен быть траверс. Тропа должна быть. Без тропы там не пройти. Все. Больше я не вижу ступеней. Только сама вершина будет на ступени. Фух. Немного панорамы, нагнетающие облака. Надо равняться на 13 часов, как вчера. Пока что время 10. Да, я очень долго иду. Ничего не поделаешь. Впереди показалась ступень самого пика, высшей точки хребта Хамардабан. Видно тур. Вода здесь есть. Я иду на минималках. Ну и хорошо, что я иду в кроксах, потому что иногда мох проваливаюсь. Вот такие озерки здесь есть. У меня еще последний глоток остался. Так же, как нерационально пить воду без солей, так же нерационально пить на высоком пульсе. Лучше отдышаться, потом выпить. Вот, можно сказать, ягельный. Пик ягельный я буду проходить, но на него заходить не буду. Это еще очень далеко до него. Верхняя ступень. Пико-Утуликская подкова. 2396 метров!
Я опять здесь. На-на-на. Хоп. На-на-на-на-на-на. О, новая табличка, что ли? Так. Нет. Как будто бы как-то лучше стало, или это я так крепил. Не помню уже. Но помню, что завалена была. Это южная вершина. Оттуда я иду. С Далахая. Где-то здесь записка Фила Леопарда. Один из тех людей, который вдохновил меня на такие походы. Конечно же, это такие люди, как Вячеслав Петухин и другие люди, которые писали свои отчеты и постили фотографии на сайте «Природа Байкала». Фу. Вон там перевал Хангарульский. Три раза по часовой стрелке. Очищение пиком. Утуликская подкова. Йо-хо! Я. Класс. Я это сделал. Теперь, когда я это совершил, событие, конечно же, здесь не точка окончания маршрута. Это только какая-то первая треть, еще не законченная. Еще все впереди. Я прошел такое, можно сказать, самое простое и мне известное. Здесь все было понятно и ясно. Там вон Хохиргол. Сейчас схожу, посмотрю, как там мой Хохиргол. Вон там озера, их не видно. Перевал Нуртойский Южный. Вон там он. Там я проходил за этой горой. Класс. Хо-хо. Вот это да, мощь. Итак, это перевал Хангарульский. На нем небольшое озерко есть. Медведя я в этот раз не вижу. В этот раз вообще нет медведей. Это очень хорошо. Вон там тропа идет, по которой я ходил 2 года назад. Куда она идет, тропа эта, я так и не понял. Я по ней вниз спустился. Возможно, надо было не сбрасывать высоту. Но это не точно. Ну вот сейчас я вижу, что да, вниз надо спуститься, ниже. Ну, в общем, как я и шел, так она и идет. Потому что это оленья тропа, олени не ходят по камням. Стараются их избегать. Так, второе. Это река Хохиргол. Вон там видно снежники, и перед ними я стоял. Моя палатка зеленая стояла там. Это не снежники, это наледи. Это южная вершина Утуликской подковы. В общем-то, цель была моего прошлого похода. Цель я свою достиг, но я тогда был не совсем понимал. Думал, нашел более высшую точку, чем Утуликская подкова. Но эта вершина в отроге, в южном отроге, находится не в самом хребте. Да, она как будто бы выше на 1 метр. Это предположение уже давно было высказано на сайте «Природа Байкала», не мной. Я только сделал измерение, вроде бы да, все сходится. Что я сейчас заметил? Здесь на вершине есть связь 2G, но не Теле-2. У меня Теле-2, МТС я не брал, симку, возможно, здесь даже мегафон. Такая же связь была на вершине 2364 метра, на которую я первую зашел после перевала Хангарульский Южный. Такая инфа, очень полезная для кого-то будет. Связь есть, но не Теле-2.
4G никаких здесь нет, конечно же, они до сюда не добивают. 2G здесь есть, написано только экстренный вызов. Это значит не мой оператор, какой-то другой оператор. Вон там опять видно тункинские гольцы, но это значит только одно. Ничего это не значит, облака сейчас вырастут и начнется гроза. Надо сматывать удочки. Вот где-то тут стояла моя палатка на Хохерголе. Тут я чилил, мылся. Отсюда я ходил в радиалку на южную вершину и сам пик вот Уликская подкова. Потом отсюда же я ушел в гору вот сюда направо, на перевал Нуртойский и Южный. Класс. Озеро на перевале Хангарульском. В прошлый раз здесь сползал медведь. А вот это вот тропа, по которой я шел. Вершина Тумбусундулга. По плечу слева я поднимался. Там меня, кстати, встретил медведь. Так, дальше где-то вершина 2301. Вот справа, мне кажется, это пик Маргасан. Да, и вот этот вот перевал, как-то он там, гребень называется, что ли. Это Маргасанская сопка. Дальше 13-я вершина, насколько я помню. И пик Босан. Вот на нем тень, мне кажется, это он. Далее вершины невнятные. Вот это как будто пик Рассоха. Вот это непонятно, как будто пик Черского. Но правее есть еще одна вершина похожая. Вот она выплывает в центре кадра. Похоже на пик Черского. А вот та на пик Чекановского похожа. Конечно же, тут еще есть вершины. Пик Арцек. Он где-то здесь ближе. Там уже вершины пошли. Подковы Солзана. Ну ладно. Дальние дали. И очень дальние дали. Так, тут где-то пик Крест. Мне сегодня за него надо зайти. И вот это вот патовая плата. И дальше вот эти мхи идут противные. И постепенно идет путь к пику ретранслятор. А вот ретранслятора к пику Ханула. Вероятно, это где-то вот там вот. Итак, попытка поковыряться в туре. Вот, кстати, я чей-то шнурок тут нашел. Вон какая-то тряпочка лежит. Вероятно, там тоже какая-то записка. Я так глубоко не полезу. Вот как эта банка лежит. И вот что-то лежит. Боюсь, сейчас все повалится. Пакет пустой по виду. Пакет пустой. Что-то в нем, вероятно, было. Но его этого уже нет. Мусор заберу с собой.
камни. Но не сказать бы, что я так прям лучше сделал. Вот баночка. Не, в какой-то... Я же пакет менял. Вроде. А это записка Фила Леопарда. В общем, там тряпочка лежит. Вон там. Не хочу ее доставать. Тут все вот закреплено так хорошо. Ну-ка. Походу, эта тряпочка привязана к этому штоку. Да. Это не записка. Так, ну это я в прошлый раз тут все закладывал. Тут куча воды. Это записка Фила Леопарда. Она до сих пор целая, кстати. Но такая же, как бы влажная, как и была. Это февральский поход его на лыжах. От озера Перевального он сюда прям напрямик шел. Думаю, что-то должно быть видно. Леопард Фил. Подпись. Ладно. Вот это что за яйцо? Не помню его. Так, записка сырая. Карабинков Николай. Калашников Сергей. 18.06.24. Опа-на, ничего, они так передо мной идут. Идем из Далахая в Слюдянку. Ха-ха! Они передо мной идут, ребята. Круто. Зачет. А я еще думаю, я же не видел это яйцо. Вот оно. Наверное, я сейчас записку Фила Леопарда тоже в это яйцо сложу. Пакет это мой был. Блин, порвался. Новый. Сейчас новый пакет, короче, достану. Так. Вот у меня пакет есть новый. Сейчас новый пакет сложу все эти реликвии. Ну, блин, я хоть сам не пишу, да реликвии другие сохраню. А мусорный пакет, куда он делся-то, кстати, улетел собака. Выкинуть его надо. Вот он. Сейчас этот мусор весь выброшу. Поменяю пакет. Все. Все закладываю обратно. И ухожу. Напомню, что изначально записка Фила лежала вообще без пакета. Просто фантики от Сникерса. Вот этот шнурок показывает, где лежит банка с запиской. Я две банки сейчас упаковал. Вот два пакета. Часто бывает, что в пакете все киснет, замокает. Лучше, когда проветривается. Где-то здесь еще записка лежит. Это надо тур разбирать. Не вижу. Не надо так глубоко прятать записки. Хрен найдешь. Все, я отсюда ухожу. Время уже 10:49. Воду я отфильтровал, там лужи набрал. Сейчас добавлю солей и вперед.
Отправляю свои координаты жене. Так, что у нас там? Все, отправились. Отлично. Сейчас еще солнечную батарею надо зацепить на рюкзак. Ну все, пора прощаться. Я ухожу. Немного грустно, что одна из целей выполнена. Такая вот вершина. Высшая точка хребта Хамардабана, тянущегося условно от Занмурина до условно пригородов Улан-Удэ. Так, мне уже надо бы идти на спуск, а не петлять тут кругами. Сейчас еще будут сырые места, поэтому самое то. Может, сегодня и вообще ближайшее будущее лучше всего идти в кроксах. Вон там куча каких-то желтых цветов. Интересно, что это за цветы? Дороникум или калужница? Так, я видел издалека, когда я больше недели уже был, ходил вон там по тем горам, пик Чернушка. Тут было много снега. Это калужница. Просто огромная грядка. Вот отсюда из-под пика течет ручей. Вон он там, внизу. Такая красота. Мхи начинаются. Но сейчас будет скальная ступень, и все это образумится. Вот моя следующая цель. Перевал Утулик-Дабан и перевал Туриста. Чавкает уже под ногами. Так, вот скалы, надо правее скал. Вот это крутой спуск, гребень. Я больше вот туда вправо уходил. Сейчас я не буду сильно вправо уходить. Можно и тут поближе. Можно даже заглянуть туда и увидеть перевал Субутуй. Перевал Субутуй. Нет, сам перевал не видно. Но видно вот эту красоту. Пико-Утуликская подкова. Вон там внизу я ходил, там тропа есть. С перевала Субутуй на перевал Хангарульский. А медведь, вероятно, ушел вон туда. Это истоки реки Утулик. И вон там тропа идет. По левому борту. Это тропы оленей. Ну и медведи здесь тоже шарахаются. Ладно, буду ближе идти вот тут к краю. Интересно посмотреть, вспомнить. Такое поле. Пока что еще нету основного спуска. Но из описаний группы Красноштановой здесь склон 1А категории. То есть это пока что мы еще вату тут катаем. Сейчас начнется более жесткая часть. Поэтому желательно бы идти правее. Тут сейчас скальный пояс будет. Ну вот и показался перевал Субутуй. Вот там, где два озера видно, это перевал Субутуй. И вон там я вижу тропу, кстати. Это очень хорошо, замечательно. Как бы понять-то, сориентироваться. Так, вот два пятна. Вон третье пятно белое. И между вторым и третьим тропа. Вот на эту тропу мне нужно выйти и траверсом дойти до перевала Утулик-Дабан. Потом подняться на перевал Турист и на пик Крест.
с пика Крест спуститься к озеру Субутуй Хак. Это будет патовая плата. Пока что какие-то скалы я залез. Ё-моё. Ё-моё. Да что начинается-то? Короче, нужно аккуратненько тут спускаться. А где в прошлый раз я спускался, ничего не пойму. Да где-то здесь. Сейчас вот сюда влево. Потом вот сюда вправо. Потом опять влево. А вон левее, кстати, все-таки надо идти. Угу. Все-таки левее надо идти. Почему-то в прошлый раз мне казалось, я правее шел. Ну ладно. Главное, вон тот вон выступ обойти. Там, кстати, под первой ступенью есть хорошая поляна под палатку. Ну, блин, огонь-то. О, даже турик стоит. Я офигею. Такой, конечно, несуразный. Может, это и не турик, но очень похож. Блин, мандарин. Все, убираю камеру. На пик Будда солнце светит. Уже приспустился примерно на 2200. Здесь вот высокогорные кедры. В зарослях сагандали. Арктоус тут. Все как положено. О, вот она, эта яма. Отсюда непонятно, но это яма. Прям впадина такая конкретная. Из нее не вытекает вода наружу. Только под землей. И вон тропа пошла, вон там она. На перевал Хангарульский. Вон, я думал, что я его не увижу. Вон он. А вот это вот высшая точка хребта Хамардабан. Как вам? Это же зачет. Зачет. 1 000 000 очков сразу. Пикутыликская подкова. Так-то вот. Сила. Место силы. Мощь. Так, вот еще пушистики сильные. Вон уже значительное сообщество создали. Думаю, к часу они разродятся. Время 15 минут 12. Поэтому надо поторапливаться. Пройти весь траверс до озера. Да, это, конечно, очень мало. Чем интересен сегодняшний день? Тем, что сегодня цветы в отличной форме. И дороникум тут есть, и жарки, и пелянки. И вот эти вот синие. Забыл. Класс, красота. Ну вот, можно сказать, 3 ступени таких крутоватых нужно спуститься. И вот там, по-моему, еще одна. И вот между ними даже вот такие поля. Ну, по-моему, это первое поле. Вероятно, тут можно даже где-то палатку поставить, но я не вижу хорошего места под горой. Я люблю, чтобы под горой стояла палатка, а не в чистом поле. Вот там как будто бы турик, иду на него. Птичка там сидит. Хоп! На-на-на! Перевал Субутуй. Налево Утулик. Направо Снежная. Но не Снежная, тут пока что Субутуй. Ну и налево пока что еще какие-то ручьи. Сам исток Утулика вроде бы где-то не в этом месте отмечен, что ли. Так, в левом озере вода почти испарилась. А вот в правое озеро ручеек впадает. Нужно идти на ручеек, и от него как раз идет тропа через влажные кусты и все такое. Вот там такое коричневое место. И вон она пошла. Плохо ее видно, плохо. Но надеюсь, я ее увижу. У меня такое впечатление, что она набирает высоту. Это не важно. Сейчас аккуратно спущусь. Это вот получается, сейчас я иду на который ручей, это истоки реки Субутуй. Субутуй — это река намного крупнее, чем Снежная, но если все реки называют Субутуй, то не знаю, что получится. Субутуй — это вроде бы как значит главный, основной, но все называть Субутуем не то, поэтому некоторые называют Субутый, некоторые Хубутуй. Ну, блин, различать надо.
И также река Субутуй потом вдруг превращается в снежную. Такие дела. Снежную, белоснежную. Нам на вату хватит катать. Сейчас иду вот на это вот поле. И за ним будет ручей, по всей видимости. Ну, вода, в общем, там есть. Надо воды набрать, потому что, скорее всего, все вот это расстояние воды не будет до озера Перевального. Такие вот тут ступени, как бы. Не знаю, как это называется. Микросели или еще что-то. О, тут такое болото зачетное. Что-то я в такое не хочу лезть. Я постараюсь где-нибудь тут вот правее по склону обойти. Ага. 2087 уже высота. Давно я так не спускался вниз. Так, вода есть, пока не проточная. Вот уже течет. Вижу. Набрал немного. Вот тут надо набрать воды. Ее даже не надо фильтровать. Это хорошая вода. Вот он фильтр. Нормальный фильтр пойдет. Не надо как-то перейти вон туда дальше. Там, скорее всего, тоже вода. Но, ё-моё, как-то надо пройти. Красота, конечно. Спору нет. Плоты появились. Сейчас важно найти тропу. Я по ней только что шел, даже две было тропы. И вот уже ни одной. Вот впереди, кажись, что-то похоже на тропу. Ага. Вот она. Вон еще одна. Все, пока ок. Ну что, пока. Вот уликская подкова. Надеюсь, еще увидимся. Свидимся. Я еще буду видеть эту уликскую подкову какое-то время. Все нормально. А главная задача — видеть тропу. Вот такая вот тропинушка. Зачет, я скажу вам. Зачет. Еще бы паутов здесь не было. Вот они все в копытах. Это изюбри. Все в их копытах. Я знаю, что медведь здесь ходит, но его следов я не видел. Вот, видно, да? Это вот олени. Возможно, это также олени, которых давно уничтожили. Но вроде бы, говорят, они еще существуют на Хамардабане. Те самые олени, которых пасут в Саянах. Вот эти самые олени. Так называемый северный олень его еще называют, только он маленький. Кто был на Чойгане, возможно, видел их. На самих источниках. Тувинцы приезжают на них. Иногда вещи на них привозят. Ну что, тропа ку-ку. Ку-ку тропа. Вот это красота. Обожаю. Выхожу на гребешок. Справа кто-то поставил тур. Это явно хулиганы. Потому что тропа, вот она еле читается, но она вот она идет у меня. А еще одна тропа вроде бы повыше шла. Блин, разделились тропы. Еще этот тур хулиганский. Вон там я проходил. Поднялся на вершину. 23.96. Перевал Субутуй. И вот до сих пор, до этого тура, я шел вроде бы по тропе. Ну да, вот он, тропка. Часть тропы шло вот под этой ступенью. Может быть, она там до сих пор и идет. Сейчас тропа пока потерялась, и этот тур дурацкий. Здесь ни воды, ничего нету. Тур зачем стоит? Не люблю туры. Они показывают черти что. Вот моя тропа идет. А вон там внизу еще одна тропа идет. Не знаю, видно ее или нет. В общем, две тропы разделяет скальная ступень.
Вот там тропа спустилась и пошла ниже. А моя тропа так и идет верхом. Вот, допустим, она идет. Вот тут я шел. И вот выше еще идет. Ну, говорят, тут целые стада оленей мигрируют, так что поэтому. Но тропа иногда теряется. Нужно пройти прямо, и она опять появляется. Вот сейчас, допустим, раз. Тропа. Видно, что кто-то шел в ту же сторону, куда и я иду. Ну, здесь не очень хорошо видно. Но я видел. Также видел, как кули-медведи небольшие. Хоп! Покрикиваю поэтому. Не хочу видеть ни медведя, ни оленя. Оленя в зоопарке посмотрю с медведем. Тут опять же все это пористое, вулканического происхождения. Вот они, следы этих изюбрий. Не знаю, сколько их, где они на данный момент. Но тут вот огромная территория. Никого не видно. Видно только пик, Таликская подкова. Красота вообще. Красивый он, красивый с этой стороны. Так, что тропа начинает как-то вниз, вверх. Вот, короче, иногда нужно ориентироваться на вот эти вот лиственницы. По всей видимости, олени любят их пощипать, и тропа прям на них идет. В итоге они стоят такие пощипанные. Вот опять тропка. Вот моя тропка. Все нормально. Такое впечатление, что сейчас будем спускаться. Вон олень, блядь, стоит здоровый. Ирася побежал. Огромный изюбрь бежит вниз. Как только я нажал кнопку спуска, он сразу же скрылся за деревьями. Зараза. Все, удрапал. Теперь я его точно не увижу. Огромный был, с огромными рогами. Один, походу. Потому что больше никого не вижу. Он как тут убежал один, так и там я его тоже одного видел. Он ушел в зону леса вот туда. Спускаясь, одну ступень тут скальная. Подскользнулся тут, чуть на панель не упал солнечную. Забыл уже шум ветра в деревьях. Прям такой какой-то настороженный звук. Вот они, кедры. Довольно крупные. Кстати, здесь нет воды. Сколько иду вообще. Вот там только на перевале была вода. А что здесь не стоит останавливаться на этом траверсе. Нужно его идти прям напрямик до озера. Да, начинается трава, конечно. Шишек что-то не вижу. С одной стороны еще рано, а вон вижу какую-то мелочь. С другой стороны это высокогорные кедры. Высота-то 1992. Олень где-то здесь и бежал по этой тропе. Ой, что насобирал. Каких-то колючек. Вот ты сразу же, как тут. Блин, валить надо отсюда. Все, зона леса. Это мошкара. Сейчас главное тропу не потерять. Но у меня, я пока что 100% иду по тропе. Как у меня нарисовано, так я иду. Хоп! Покрикивать надо. Как они тут проходят, эту яму? Ух ты, нифига, здесь водопад, наверное, бывает. Класс. Вон все в них копытах. Тут уже мельче размером копыта пошли. Мелочевка здесь гуляет. Пасется. Ну что, найдись тропа. А это селевой вынос, похоже, впереди. Я думаю, что за поляна такая.
Да, вот деревья посносило. Круто. Блин, что это? Ревень маленько. Вот так вот сорвало вон там сверху. И сюда. Селевой вынос такой. Вот вроде бы тропа. А я еще думаю, что за поле такое с камнями. Думаю, олени там что ли. Вот тут вот тригопунк стоит наверху. 23-69. Тайга. Или как это назвать? Высокогорная тайга. Ну, начинается. Короче, надо панель убирать. По кустам придется идти. Иду какой-то правой тропой альтернативной. Все. Там тропа. Правильная вроде бы. Хоп! На-на-на. Посмотрите хоть на меня. Такого вот человека в этих местах диких. Фу, сказочные дикие места. 12-10. Пока что грозовых не вижу образований. Вон там над пиком Будды только постоянно облака. Скорее всего, где-то будет гроза. Кедровая тайга. Тропу не просто разглядеть. Теряю ее постоянно. Хорошие места, как бы, но воды здесь нет. Не знаю, что там хорошего. Во время дождя здесь только вода. Вроде бы прямо должна тропа идти. Вероятно, здесь не видно подъема на перевал Турист. Пока еще рано. Скоро скроется Будда. Ладно. Постоянно ориентируюсь по карте. Вижу иногда, что схожу с тропы по своему маршруту. Отхожу и нахожу ее опять. Отлично. Вот тут какое-то болотце, как будто бы. А ручей я только что прошел. Сзади красота. Ну не это я хотел показать, а вот это. Изба. Реально здесь была изба. Ну а деревья с трудом новые растут в таких местах. Изба на границе зоны леса – это гиблый вариант. Вон печка-то еще почти живая. Офигеть здоровая. Все, тут уже пипец полностью. Видимо, сожгли часть крыши. На дрова. Да вот она. Не только я здесь хожу, смотрю. Вот это ликская подкова. Вот что-то уже более современное. Видимо, под печку привезли. Столик есть. Можно отдохнуть. О, вход какой был широкий. Кстати, стекло битое. Кого-то ели. Изюбра, наверное. Кого еще? Вот костровище. Не сказал бы, что оно супер древнее.
хочется отдохнуть. Здесь такая жара. Невозможно просто. Так вот. Может, это те самые 60-е годы, когда ставили тригопункты. Может, это охотники, а может, охотники и те, кто ставили тригопункты, это одни и те же люди. Да, есть такая вероятность. Не нулевая. Ладно, иду дальше. Главное, тропу найти. Не могу ее найти. А, вот тут недалеко от избы кто-то тусил. Не очень ровное место, скажу я вам. Но они здесь облегчились. Вероятно, это были легкоходы. Я бы тоже не потащил стеклянную банку. Где тропа, не пойму. Вот она, что ли? Я ее постоянно теряю. Ну это какая-то не главная тропа. Вот еще пришла тропа. Надеюсь, они сейчас соберутся после болота. В одну хорошую тропу. Скоро уже поворот налево. Кукушка орудует. Вон, уже вижу поворот налево. Класс. Пройдено 8 километров сегодня. Высота 1936. Хоп! Блин, с тропой вообще что-то туго. Налево что-то пошло и прямо. Сейчас буду смотреть. Фу, что это? Думал, говно медведя. Моя тропа должна налево постепенно уходить. Ну, если что, я уйду влево. Главное, я иду по тропе. Шумит так. Тут уже шишек полно. Кедровых. Люблю тайгу, наверное, после гор. В общем, люблю высокогорную тайгу. Вон он, мой перевал Турист показался. И пик Крест. По крайней мере, его гребень. Ух, уже прям такие кедровые полянки, так пахнет хвоей. А я дошел, там все сагандалей пахло и другими травами. Пауты караулят. Вот хотел скалу эту показать. Вот это да. Вот это мощь. Красота. Может быть, по ней поверху тоже тропа есть. Но у меня только вот эта тропа. Там где-то ручей течет ниже. Все, вершина Будда скрылась от меня. Хоп! Тропу пока видно. Я думал, сейчас по курумнику пойду. Так, и вот... Перевал Турист. Вот там, видимо, по руслу или где-то справа надо идти, потому что слева все березки. Дело в том, что когда-то я видел там тропу, а потом я почему-то ее потерял. Будем смотреть, искать. Как-то надо подняться наверх, хотя бы переночевать вон там. На перевале Турист. Если сейчас... Опять замутится гроза. Время-то к часу идет. Еще час, и может что-то случиться. Погодное такое явление. Здоровые кедры сзади остались. Слева скала. На-на-на.
Вот что хотел показать. Какие елочки. И тут останки воды. Воды я набрал, вообще не парюсь. Ревень растет. Елочки вообще. Зачет. Давайте, давайте, может тут елки попрут. Не только кедры. Хоп! Вот кедры шумят, да, как будто бы ветер дует. Была бы хоть какая-то прохлада. Все накалено. Накалено. А в грозу попасть на пике крест, это, наверное, клево. Ага. Там довольно долго идти по гребню. Баданчик. О, все цветы кто-то сожрал. Кто жрет цветы бадана? Рецепт есть. Выхожу из леса к перевалу Тулик-Дабан. До перевала я не дойду. А вот он, мой перевал Турист. Слева озеро Перевальное. Пока его не видно. Вот и жрут. Вон там река Субутуй течет. И как будто бы я на тропе видел говны коня. Старые такие, прошлогодние, может, года два им. Возможно, это медведь. Я не разглядывал, анализ не делал. Сложно сказать. Фух. Сейчас набираю полную бутылку. Ну и это, попить. И наверх, на перевал. Потому что здесь сразу идти на хребет, ну, не знаю, какой смысл. Тропа немного размыта. Ну, это как всегда тропы. О, ветерок. Ветерок оттуда подул. Блаженство. Ну что, здравствуй, озеро Перевальное. Оттуда я иду. Вылез из кустов, сейчас опять в кусты полезу. Отдохнуть-то хочется. Но что-то я отдыха не вижу впереди. Мне кажется, нужно вот тут по берегу озера идти. Бродить прямо и потом уже начинать подъем. Потому что здесь все в кустах. Хотя вон там я вижу тропу. Опа, тропа. Че, реально? Блин, я там тропу вижу. А. Опа, чики. Вон там тропа вижу. И вон там два кедра. Так, пальцем я куда попало показываю. Не надо туда смотреть. Мне кажется, вон внизу тропа. Ладно, протестирую. Это за тропы такие. Ну и сверху как будто вода не течет с перевала. Медведь на гребне. Что делать-то? Он идет влево. Я его потерял. У меня это аварийное место для установки палатки. Ну, все, он где-то в кустах там валяется. Зараза. Вон он, кажись, вылез. Да ни хрена его отсюда не разглядеть. Ну, есть какая-то вероятность, что это человек. Вон он, влево идет. Скорее всего, будет сюда спускаться, на эту сторону. Вот, боком пошел. Да, это не человек.
это не человек. Зачем ты на гору полез? Налево, на хребет. Ладно, хрен с ним. Встретимся, будем разбираться. Нет так нет.